Вечером там съездят. Всем танкам по 1000, да? Да. Ладно. Что это за что? Остановил, если запустил там, запись. Сейчас бился, то, блядь. Это печально. Сейчас попробую посмотреть по записи. Вот сейчас прям смотрю. Да, да, сказали, не пуляй, где друид. У нас тут, кстати, соединалы, блядь. Да не было даже анонса пулять босса. Да, не было. Да, дали проверку готовности, я начал спрашивать про друида. Ну, друида нету, сказали, ждем, все. Ни отчета, ни хера не было. Вроде даже сказали же, типа, когда будет надо мной ловить, в случае чего. Типа. Ну, так, ну, когда к тебе летит ловить. Кирс, ты тут? У тебя есть желтые баночки? Я на скажешках готов будет. Ну, дай чего. А, все, я готов. Короче, вот у меня... Как только, если что, все скину. По готовности, да? На позиционку и танки можете пулять. Слышно, да? Да. Короче, смотрю видео, и вот у меня момент, когда я разворачиваю Дискорд. Я смотрел на фреймы в этом, как он называется, блядь, Вуду. На момент, когда спулился босс, красным выделился Team Beach. В чате на пулов я не видел. Вот. Охуенно. Он, ну, когда, то есть, получается, босс агро на нем, на Team Beach, то есть, когда он полетел. А по какой причине, я не знаю. Адмирал, потом логи боя прогортаешь и скажешь мне, кто босса спулил. А это как? У меня такой хуйни нет. Тимыч, повернись больше. Чатик. До тебя не достаем, Тимыч, подойди к краю. Краю повернись. Он Лех удаляется. Какая-то часть. Чтобы он записывался, то надо команду прописывать. Там чатик пишет. Так я ревонулся. Он... Да, он уделяется. Я ДБМ. На обычку. Все так же, пока на этой платформе стоит. Да, я уже перебежал. Главное, на взрядке не спрят. Трэш, еще не играем в Орду, да? И подальше, трэш.
уголь заберите. Уголь не бейте, бейте босс. Или ты дальше трэш придешь подбивать. Не сейчас. Пять могу. Выбираю сейчас. Все здесь стоим. Уже перевести должны. Подводи к стен. Че, я смотрю на босса. Прыгай. Все, перефан. Тоже будешь забирать, который будет появляться. Сходит на босса. Не, это не надо. После взлета. Трэш подбирал. Нет, как выбирает все, что сбегает. Взлетка, стоп ДПС. Не добивайте. Стоп ДПС. Мишка, лови. С ложи выйдете? Не летел. Второго крипа подбивайте активно. Поэтому стопнули. По обоим стопнули. Все, стоп. Стоп. Вы меня в прошлый раз чуть не убили. Да не стоп. Убивайте. Сам говорят, стопнуть. Стопните, пожалуйста. Лужа ардодомили.
взлетел с Вичнери более целого. Целого, блять, хуярь. Куда там 300 тысяч оставил? Стоп ДПС. Убиваем. Тебя метеор шотнул. Чисто поле стоял. Или лужа. Метеор, метеор. Метеор. Убиваем крипа. Свечно. Убили. Ну. Можешь отвезти его, господа? На агрессу пару. Босса еще дальше? Да нет, достаточно. Сейчас такая близко у меня АУЕшка агротил. Свично. Куда там стопнули? Блять, 300 тысяч, кто так хуярит? Далок вместе со всеми стоит. Умрешь как робот. Что, есть гимноман? Есть, могу дать. Да. Давай. Видите, слушай, чего в ней гуляете? Блять, ну куда вы хуярите, вот вопрос. Ну видите, 200 тысяч, блять, моба было. Куда вы дальше-то хуярите? Уже миля. Свичнули, стопнули. По второму стоп. Босс, играемся. Геру дали. Кто-то, блядь, Геру дал нахуй без команды. Поездить. Диалоги, да. Я в жёстке не чувствую. Нету объявления того, что надо будет. Там и лейтзон надо. Стоп. Стоп, ДПС, стоп. Убили. Все, свищитесь, босс. Вас хуярить. Нахуй было Геры давать только. Стабильцы что-то дохуя еще время. Хорошо. О, плащ.
Скробот, да? Можно было бы поберечь саппорта. Я делал, да. Ну а чё, он приземлился, чё на неё смотреть? Оно сейчас трэш будет. Она откатится. Можно и соляру убить. Саппорт на робота и Келли станет. Да, может. Может поэкспериментировать? Всё в ваших руках. Он так и сяк жрёт саппорт. Лев. На соляру пойдёт что-то, да? Там тёмной магии на втором хазе пойдёт. Так, два саппорта, так один. Да, чё по разролу лута, адмирал? Ой, блядь, прошу прощения, я забыл. Так, окей. Хотите на соляру, пошлите на соляру, мне лично не нравится. Плюс чистим. Так ты танк. Блядь, тут ещё три танка, помимо. Женёк по роллу выиграл на офс. Ну, давай. По тётку. Жаль, да не, в левую руку иди нахуй никому. Котёнка вот. Не, если другой шаман хочет взять, я, в принципе, могу уступить. Никакому шаману не надо? Нет, только там тебе и второму. На офс. Кому? Ой. Мне и кому ещё? И старый. Старый. А, ну, понятно. Никита 87 котят. А у нас Джайна убита, да? Да. Плащ. Ну давайте. Тим бич, приор 17, хорошо. Лёха 389 бич мух. Кто-то кольцо ещё ролил? Нрав. Ты, потом Розалина, Мяка, ну и я, если никому не надо. Я сыт. Но я тут сам понажал. Отходим назад, 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 назад. То есть ты, Розалина, Мяка. Второй, кто по приору? Второй по приору, Розалина 4.4, Мяка 4.1. А, второй по приору я. Добивайте Сагрим. Пошли Сагрим уже. Я сейчас подумаю. Ну, держи потом, чё передашь. Мне как бы не хуй знает. Мне это надо это крылечко надо переделывать, так же как под пул. А мне сейчас статы просто чекнуть надо. Мне нужно грудь ты пятую, ты бошку убирать. Джайн. Получается, с груди меткость проебу, значит, в пухе забираю меткость, колечко выкидываю в меткость. Для перестановки. Дикие нужны. Мне пошло кольцо. Кольцо я дал Гене, он был у него 17 приора, он был первым. Ты начислишь? Или начислится ему? 89? Да, 389, да. Хильте, хильте. Хилы себя хильте. Ну пиздец. Давайте, давайте, спухи пошли. Уйдет же сейчас полрейда. Знаки в конце после. Вот хильти и хильти, но только два человека додумалось из подогненного дождя вы. Боешка. А там что, 4 сейчас хила остается у нас случае? Я доверяю хилам, умер. Я хило хочу. Я вижу. Доверяй, на проверяй. Только тут что, сверли? Танки не будете сейчас поднять. Ну, блядь, знаю, как понятно, это понятно, а потом бегут. Да, 25 АП. Впервые, что ли? Очень даже сильно. 4-5 вроде как не так сильно АП, как 2-5. Ну, после 2-5.
А с 2 Т5 что беру, Т10 или Т4? 4 Т5 одевают, двухручку в руки и зубами ломают лица. Это понятно. А в адекватных рейдах? 4 Т5. Да, я про другое спрашивал. Понятное дело, что 4 Т5. Чё ты хочешь, на кого? На кого? Т10? У вас лучше. Про товар? Да. 4Т4. Он про Т5. Т5 только 4 куска. Почему это только? Два смысла. Не знаю, у меня знакомый против. Нафиг ты это ролишь, просто под ГБ скинул. У меня тут с энчантами. У меня знакомый против, по-моему, 5-10 носит. Мне можешь скидывать на ничего, молодец. Окей. Я позже найти. Кого быстрее найду? Япончик или тебя, Япончик? Сейчас надо захиливать речь, сейчас АУЕшка пойдет. Ну сейчас так прожим к ним. Слушай, Лёха, а ты можешь попросить их так сделать, чтобы святая клятва чаще откатывалась с помощью четырёх? В смысле, тебе святая клятва? Святая жертва, конечно. Поправка. Святая жертва, уешь. А воронка? Где? О, воронка. Не воронка. Чтоб масс... Ну, массакрушка. Работала чаще. Я думаю, это и у вас решит многие проблемы на ОЛЭ. Блять, либо раз в 2 минуты он юзает, либо каждую минуту. Типа, чтобы откатывалась массакра, что ли? Ну. Трэш не сагрит. Отходим назад. Где ШП стоит, пытку костру. Блин. В стену. Может, это ли красиво, конечно. Чего не уходит? За приход же не давали, да, ИП? Вот сейчас мы чистил. Сейчас я обратно могу сюда. Сними с меня 2 соточки. Че, давайте задних убьем сразу. Давай. Они возвращаются. Чемучку. Убоешка. Правительство. Воронка. Вообще нормально. Нет, ЗС нихуя не падает. Кто тут патруль? Потому что Лехи нет в рейде. Провокатор, сука, я прям видел зачем, тебя. Блядь? Зачем ты так делаешь? Я пообещал. Я прям видел прицел, как Гена меня в таргет берет. Блин, ну нет! Это аж у меня как раз глыба была накоплена. Ну провокатор, сука, я тебе сказал, я тебя отомщу. Уважаемые ДВшники, вы в курсе то, что когда Лёха с вами был, вы когда проходили ЗСОК, оба инста за один день, и у вас выпало 3 воронки. Вы были с Лёхой, а вечером Лёхи не было, и нам выпало до 3-го босса, вот в оке 7 ворон, с одного. Блять, бывает, и чё? Бывает, нам было немножко обнови. А, и сейчас Лёхи тоже пройдёт. Да, по мне обнови. Уже сколько? Уже 2 воронки. Ну, давай на фарм сходим. Чё? Без Лёхи, главное. С Лёхой, на фарм сходите. Предлагаю Лёху кикнуть.
Я помню, когда мы еще в репофармы ходили, мы там 3 часа просидели, но с ни одной воронки не выпал. Это вы с Леной ходили, потому что. Угу. А, Лена еще это, что хуже. Ну он стрим смотрит здесь все равно, не будет так. Адмирал, обновим кашку 5 минут стол. Толоку обнови, подъев. Толку-то по этому бесполезному. Это передамаживать меня будет? Я не знаю. В смысле, я тебя передамажу вообще-то. Кто-то сегодня ты 5 откроет, да? Определенно. Если она выпадет. Ты докупишь одну нормально. Не, я тоже все открыл. Ну кто там будет открыть? Чё, адмирал? Ты правцуешь? Я не знаю, мне без разницы. Блять, воронок настолько много упало, то что меня на это прибыло. Да сейчас. Надо адмирал, мне кажется, дамажить, иначе он уснёт за слово поч. Как раз таки нет, нет. Так, Локи, там ты и маги, кому-то тело нужно тебе. А, у тебя покупатель? У меня тоже есть, но он не в сети. Нет, не покупать. Не слышал, кому-то надо, да? У нас мяка без Т5. А, ладно. Ты такой. Мобы, 3 моба. Готовьтесь. Поехали. Вечером может продать. Если всякие анализы. На вечер у меня есть еще покупать. Он еще на 2. Меня не было. Вот тебе старик. Сука, удачи там. Блять, слабак. Нихуя не мог. Гена, ты у меня уже по фокусу выделен. Это вопрос такой, а вот который на вары ты 5 падает, много кому нужно вообще? Что? Естественно, дроидовские вары, они самые актуальны. Они просто вообще вары, не падают. Я думал, может быть, там кому-то вообще не нужно, у меня просто вар есть, открыто у него каты. Я хочу танки попробовать Т5. Ну, блять, у нас точно сами танков соберут в Т5. Да? Да. Но у нас варов танков все равно нет. Где? У нас Пухан, провокатор, умеет спики. А танки вары вообще нужны? Ну вы войда знаете, ну вары. Ух ты, 5 вроде как там что-то обещали. Маронка. Адмирал, вот он, я сижу. Вот леса сзади, повернись. Пухан вот имеет, не ценят, да? Не, ну это типа запасной вариант. Пухан. Это даже. Забрал воронку. Нет, не, типа, вот, не агрил крышу, зачем он сейчас воронку проебет? Да, пускай себе. Нет, блядь. Да ищи давай. Не, в принципе, варта в Т5 есть, но все равно, типа, если сравнивать со всеми остальными танками, он все равно хуже, чем остальные. Леха, ты видишь ничем действительно плохо? Вот он. Протовар это даже не план Б, не план С. Минимум план Б. Тыкните ему лицо. Не, типа, да, вот, знаешь, Т5 то более-менее. По трупу, потому что ты, блядь, мне мешаешь. А труп не тыкает. Тыкай. Он загораживает тебе труп, да? Прыгает такой бубы. Не, вот, он пустой. Дай лутера тому, кто видит. Дай лутера на туре, ты уставший. Дай лутера, я тебе сейчас отдам. Кто ты, кто видит? Газелина лох. Ну не пон сюда или еще кому-то. Пухан по факту, да. Давай пробуй, доставай. Закидывай в меня. Трэш убит. А, ты что-то еще упал. Воронка еще одна. Да, еще не поездка. Нормально за сегодня тут. Вот я смотрю которого. Или дай мне этого, лучше тебя отдам. Ну это вам недели за 2. Говорят, когда и... товар танчит, там по 2 воронки с могла падает. А, да подожди, тут этот не выдал воронку, я жду, когда он воронку выдаст. Все, пиздец, можешь забыть про меня. Я не могу что-то нихера понять, у меня что-то зависло.
Давай японцу, пусть он уже перекидывает тебе две воронки. Ну дай лутера японцу, да и все. Пускай собирает дальше. Ну-ка попробуйте, залутайте. Это не получится так залутать, ты был сначала ответ, там недоступно. Ой, жесть. Саш, пожалуйста, дай ответственного за добычу. И японцу вообще рыло дай, и не парься, сиди, спишь там уже. МК мне обнови. Заебись мне. Заебись, забагали. Я не могу, а вот могу. Бабла мне на карточку перекинь. Чё сидишь-то, блядь? Нихуя. Ну я смотрю, вы все просите у адмирала. Я думаю, ну может сканает что-нибудь. Че, Саня, ты закинул, нет, воронку? Забрал воронку одну. Там вообще нихерогене надо дать, чтобы он себе бегал. Вторую пока не исчезла. Вторую забирать еще? Ну да. Там Гифор сидит. Где? Розалина. Я уже ушел туда. Меня вообще все затупило, меня сейчас выкинуло. Сейчас уже брать. Вот так вот пухан своим танкованием, тяжелым трудом, воронки. Бля, опять япончика ждем, да это пиздец. Я чё, виноват, что они погибали ебаную воронку? Да, и воронку ждем, блядь, вашу же воронку. Да ладно, не сипяки, я шучу, чё ты. Как-то он резко сразу. Сразу агрессирует, ну. Кстати, вон старик, это, кстати, твои же воронки на этот... Всё, на тотем? Да. На идола, ну. Да я не досижу в рейде. Я сейчас уеду. Кто хилить нам будет, Келя? Саня. Да, да, что? У меня полчаса осталось. Что тебе нужно, Саша? Воронку забрал. Да заебал, да забрал, забрал я твою ебаную воронку! Ну так если ты не отвечаешь. Ты орешь, ты постоянно. Ты же видишь, что я уже обратно бегу. Да мало ли ты ее проебал, ты ответить-то не можешь по-человечески. Сашки, Шурики, Шурики, успокойтесь, не деритесь. Сейчас каждому муты пораздаю, блядь, на неделю, будете сидеть мут. Будете молча воронки собирать. Сделайте арчаны готовы. Наказание, ты знаешь, что нужно делать? Овцевать. Просто постоянно. Ну, если... Окей, Амир, сиди, а овцуй. Ай, блин. Женёк, ну, здесь? Да. О, чё это за макнул? Да я чё? Подожди, дай спекнуть. Стой, не пуляй. Чё, Геру с пула дать? Я... Кашка будет готов, рыбу жуй. Я дам Геру сам. Окей. Ну всё, пусть Кирс хавает. Сейчас символ поставлю. Амир, давай ты это, овцуй. Да я где-то проебусь. Как будешь готов, скажешь. Войт, поотаскиваешь. Да, все, хватит. Мне для овцы. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Метки выносим и слакаем.
перебежали на другую сторону. Опасно было бы. У нас собью ага. Первый каст. И второй тоже собью. Да, прикольно смотреть. Метка. Перебежали налево. У нас. Собьем. Собьем. Метка. Сюда тяните жреца. Одного мед череп сюда. Собью. Локи, нет. Тащите сюда. Гимнаман отдаю. У нас собья. Ну, каст, вы чё? Метка.
Убежали к овце. Слева тяните. Нет. Собью. Собью. Не собью. Все, босс, играйте. Про этого забудьте, по жрецам. Ухан раскола. Ну, да, да, да. Ген, по-моему, немного не так. Где, блядь, тапки, когда не нужны? Второй раз вижу там талисман. Не, одно радует, что три не падает. Я вот сколько не хожу, они все падают. А чё тебе на лок, и это тоже зайдет? Нет, мне сапфир нужен на демона. Ой, блядь. Пиздец, Корейки решил сапокетить, не вы. Да налогов ты шипе очень хорошая. Ну, только на Африка. На демона с хостой профит. Кстати, Локи, я что-то смотрю сейчас, проклятие только.